снабжаю всем оружием, деньгами, военными специалистами. Все, обращайся. Как ты говорил, со своим. Подаю. Пример, да? Ну ты как бы сам бы помог. Сейчас со своими разберусь, посмотрим, поглядим. А то если тебя окончательно там свой народ понтанет, так может быть ты к нам. Ну, посмотрим. Я честно тебе сказать, Путин неопытный, я себе первый день только. Ну, это у меня Муаммар. Поэтому ты не отвлекайся, ты мясо прорубай там, а то у тебя враги твои уже Бенгази. Ой, месть блюда, которое. Да, очень много городов захвачено. Давай, поактивнее. Иначе мы с тобой их не одолеем. Сердца. Да. Открой журнал Forbes. И все увидишь, кому и что я отгрузил. Все сразу совершенно станет ясно. Давай! Что творишь такое? Шумишь, и ты шумишь, и ты шумишь. Хватит шуметь. Полковник Казахи. Вот сюда. Вы арестованы. Вы народ. Вы обвиняетесь в государственном терроризме, преступлении против народа. Это акция, приурочена к событиям, которые сейчас происходят на Арабском Востоке. И мы хотим поддержать демократическую оппозицию в африканских странах, странах Ближнего Востока. И мы надеемся, что Путин не будет стрелять в собственный народ и по-тихому уйдет спокойно, как это сделал Мубарак, освободив место для развития демократии.